Хвостовая эмиссия – это уникальная функция Monero, обеспечивающая безопасность сети посредством фиксированной награды за блок в размере 0,6 XMR каждые 2 минуты. Это важный инструмент для создания устойчивого базового уровня, который не зависит от рынка комиссии. Модель комиссии в биткоин состоит из наград за блоки, которые уменьшаются вдвое каждые 4 года, а также статического размера блока, что создает ситуацию, когда пользователи должны предлагать более высокие комиссии, чтобы их транзакции были включены в следующий блок из ограниченного пространства. Со временем предполагается, что только комиссии за транзакции будут использоваться для обеспечения безопасности сети биткоин. Недостатки этой системы уже можно наблюдать сегодня. Поскольку награда за блок уменьшается вдвое каждые 4 года, стоимость биткоин должна увеличиваться. В противном случае майнеры будут вынуждены повышать комиссии за транзакции или продавать оборудование. Кроме того, в периоды высокой активности транзакции сталкивались с резким увеличением комиссии из-за конкурентного рынка комиссий. Хвостовая эмиссия решает эту проблему, обеспечивая постоянную низкую инфляцию, предотвращающую резкие изменения в распределении наград за блоки. Размер блоков также не является статическим, поэтому по мере увеличения числа транзакций блоки увеличиваются, предотвращая негативное влияние рынка в комиссии на использование. Это важно, потому что хвостовая эмиссия служит защитой от злоумышленников, пытающихся воспользоваться этим. Если майнеры решат поместить как можно больше транзакций в блок, чтобы максимизировать свои комиссии, награда за блок в размере 0,6 XMR будет сожжена. Это наказание также предотвращает атаки спамом, которые могут резко увеличить размер блока. Наконец, хотя слово «инфляция» может казаться пугающим, плавная и предсказуемая инфляция хвостовой эмиссии важна для стимулирования майнинг-сети и замены утраченных монет. На самом деле, текущий годовой прирост предложения с хвостовой эмиссией составляет всего примерно 0,86%. Для сравнения, годовой прирост предложения золота составляет примерно 1-2% в год. Хвостовая эмиссия является фундаментальной функцией Monero, обеспечивающей базовый уровень, снижая необходимость в рынке комиссий и стимулируя майнинг-сеть для защиты блокчейна Monero. Благодаря хвостовой эмиссии базовый уровень Monero является самодостаточным и не зависит от централизованных решений второго уровня, которые в настоящее время предлагаются сообществом биткоин.